В Когалыме в ближайшие 3 года планируют полностью закрыть программу по сносу аварийного жилья. Об этом на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой рассказал глава муниципалитета Николай Пальчиков. Сейчас в городе около 40 тысяч квадратов аварийного жилья. 20 домов планируют снести в этом году и ввести около 18 тысяч квадратных метров нового жилфонда. Также на рабочей встрече обсудили строительство соцобъектов. Сейчас идет поиск инвесторов для возведения 2 школ. Их планируют сдать к 2025 году. Это позволит перевести всех школьников города на обучение в 1 смену. А вот строительство нового детского сада завершат уже в этом году. В 2019 году у нас начало строительство детского сада в 10-м микрорайоне. Этот микрорайон, который без детского сада, и была большая потребность. В конце 2020 года он ведется в эксплуатацию. Мы еженедельно, то есть оставлен сетевой график, еженедельно полностью контролируем. В 2020 года, в конце года он будет построен. И в 2021 году у нас дети уже туда будут его посещать.